Заправив треники в носки, я смотрел на мутных. Из рупора играл джаз для ебанутых. Искал свою потоки в ласкарных электричек. Хотел было закурить, но не было спичек. Последний раз дал ожидания, я окинул взглядом. Тем временем мой ванный комп паутин изрядом. И вот по пути части городского пейзажа люди на перроне будто мне руками машут. Не знаю даже никого, лица все знакомы. В руках бумажка, там три буквы, номер телефона. Зачем он нужен мне, ведь поезд мой уже уехал. Не будет больше голоса с телефоном эхо. Долой я грустно, как всегда, натянул улыбку, чтобы не быть под прицелом разговоров никаких. Выйду на станцию, поправив воротник ленивый, проводник состав глазами, запью пиво. Читаю под балку, взираю на ботинки. Купи себе немного прекрасной рыжей думки. А я туплю жутко и Путину служил. Пассажир один маршрут и желтым пальцем покрутил. Мне около виска, у смеха вписка. Туда-сюда, короче, Москва и обыск. Контролер в поисках безбилетного. Ну а я в поисках момента, чтобы увидать. Останется ночь, кстати, стынет давно. Налетайте, кушайте наше говно. Из окна глядит оно. Это унылый пейзаж, зато не видно всех ваших рожков. Лет закончился.